Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию связать, ну, микро-микро, будем говорить, чешскую нимфу, собирательный образ и бокоплава, и просто личинки. Я взял крючок LS вот такой марки, LS2293F, номер 18, и огрузил вольфрамовой бусинкой, которая до 2 мм. 2,5 несколько великовато, а это чуть меньше 2 мм, немножко маленькая. Она здесь в качестве огрузки, потому что свинцом сильно мы не смогли огрузить, так как очень маленький крючок. И закрепил кусочек пленки, как обычно, леску и люрикс для украшения. Изготавливать мы будем его из даббинга, который для сухих мушек, учитывая то, что я не смог найти подходящего даббинга, хоть и нельзя изготавливать из даббинга для сухих мушек мокрые мушки, потому что долго будет намокать, но учитывая то, что габариты у нас очень маленькие, мушка эта уже проверенная и связанная была на таких, на, из такого материала, то ничего страшного. Используйте любой материал, который будет подходить вам по габаритам вашего крючка. Давайте продолжим, и я буду рассказывать. Сама по себе нимфа рассчитана на рыбалку очень-очень осторожной рыбы. Практически, считайте, в бесклевье, когда рыба малоактивна. Для того, чтобы ее как-то спровоцировать на поклевку, нам и необходимо будет изготовить, ну, самую маленькую личиночку, какую только мы с вами сможем придумать. Исходя из этого, бокоплав или же, допустим, другая какая-либо личиночка такой величины больше будет привлекать нашу рыбу, если мы изготовим имитацию веснянки или же другую какую имитацию нашей нимфы. Совсем немножечко, вот так вот тонко-тонко я подготовил даббинг и начинаем проматывать по нашему телу, учитывая то, что мы уже с вами подровняли ниткой вспомогательной, мы только лишь повторяем с вами контур нашего тела. Доходим до нашего шарика. Здесь останавливаемся. Как вы видите, мы не сильно ее изготовили и объемно, и в то же время мы ей придали оттенок. Нам с вами необходимо теперь обмотать люрексом и сверху закрыть нашим чехликом. Вот мы с вами возле шарика закрепили нашу пленку, просегментировали даббингом и нашей леской, и вышла вот такая маленькая у нас козявочка. Значит, если у вас имеется возможность, я покажу. Вот, я уже неоднократно показывал вот чешские, вот такие всевозможные пленки. Они разных оттенков, разных цветов. Пожалуйста, используйте полиэтилен, пластик, изделие номер 2, все что угодно. Теперь нам необходимо с вами изготовить грудку. Грудка должна быть несколько лохматая, но и в то же время недостаточно, не совсем такая объемная. Если у вас нет подходящего даббинга, можно использовать перо павлина или же любой другой даббинг, какой вы сочтете необходимым. Учитывая то, что у меня имеется уже проверенный, я неоднократно вам показывал, вот такой даббинг черного цвета с кролика, который достаточно хорошо себя зарекомендовал, вот как в качестве грудки, в качестве лапок, которые мы с вами изготавливаем. Если у вас есть возможность, допустим, подобрать перышко, можно подобрать перо соответствующей величины, и как раз будет достаточно хорошо. Сформируем грудку, закроем пленочкой
и продолжим. Вот, друзья мои, мы с вами закончили вот такую микрокозявочку для рыбалки практически в бесклювье. Я слегка подкрасил спинку коричневым и капнул капельку лака на завершающий узел. Как вы видите, сложно на 18 номере произвести детализацию такую, но учитывая маленькие такие габариты, мы все равно с вами смогли изготовить привлекательную нимфочку. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!